Мой прогноз такой, что мне по большому счету все равно. Опять же, что это все придумано, вообще вся эта деньги, вот доллар, да, не доллар, золото, рубль, евро, юань, все что угодно. Это все бумажки, которые рейтинги. У меня такое ощущение, что, конечно же, ничего не имеет никакого отношения к нам, к людям. Ну, только лишь опосредованно, что это как-то действует на магазин или там на что-то еще. А в принципе это не имеет никакого значения, это где-то решается там, в другом месте каким-то образом. И это действительно все равно, какой он будет евро, какой будет доллар, какой будет рубль. В общем, я скажу так, это фраза Володина, лишь бы не было войны. Все остальное наплевать, растереть, забыть. Как-нибудь справимся.